Вот в составе нашего движения сейчас созданы две самостоятельные партии. Это Демократическая партия Узбекистана и Демократическая партия свободных крестьян Узбекистана. Кроме этого, в наше движение в качестве коллективных членов входит Ассоциация женщин Узбекистана «Тумарис» и Союз свободной молодежи Узбекистана. Но кроме Берлика есть уже вставшие на ноги политические силы. Это демократические движения Демократическая партия ЭРК и вот недавно созданная партия Исламского возрождения. Я думаю, со временем все эти демократически направленные силы объединятся, и, в общем-то, здесь тоже неизбежна победа демократов, но здесь будет оно идти под сильным влиянием тех процессов, которые происходят в западной части СССР. Сейчас в целом по стране, если говорить, то борьба за обновление нашего сгнившего общества входит в решающую фазу. Вот в прошлом году после выборов местные парламенты, республиканские парламенты, казалось, что демократические силы начали взять вверх. Но затем во второй половине года, это 28-й съезд КПСС и в декабре прошедший 4-й съезд народных депутатов СССР, показал, что консервативно-реакционные силы еще имеют достаточный потенциал, они сплотились и перешли в контратаку. И можно сказать, что они начали уже брать верх. И вот я думаю, вершиной их вот победы должно было быть событие в Литве, Прибалтике. Без сомнения, там партийная верхушка пыталась свергнуть демократические режимы в прибалтийских республиках, в прибалтийских странах и, в общем-то, повернуть вспять те процессы, которые происходили последние годы у нас в стране. Но я думаю, что Прибалтики, они потеряли первое свое крупное поражение, и дальше процесс пойдет необратимый, и это поражение, реакция и победа демократических сил Прибалтийских республик может оказаться решающим для вот обновления нашего общества. Но как пойдут дальше процессы? Я думаю, это зависит вот от нескольких таких глобальных факторов. Это в первую очередь состояние экономики нашей республики, позиции российского парламента, позиция армии и способность демократических сил объединиться вот при нынешних условиях. И в какой-то степени на нас будет очень сильно оказывать влияние то, что происходит в Персидском заливе. Ну вот если коротко говорить обо всех факторах, экономика разваливается настолько быстро, что, в общем-то, существующая командно-административная система сердцевины, которая является партийный аппарат, ничего не сможет сделать. Если говорить о позиции российского парламента, они уже четко взяли на курс на самостоятельность, и фактически идет борьба уже за власть в союзе между российскими демократами и бывшей партийной верхушкой, которая олицетворяет союз. Значит, позиция армии тоже здесь, в общем-то, претерпевает большие изменения. Если вот в Литве основном русскоязычные, в общем-то, вот вооруженные силы довольно легко удалось направить против мирных людей, этого уже невозможно будет сделать. В славянских республиках, где демократические силы приобретают довольно большое усилие. И вот то, что события, произошедшие в Прибалтике, привели к тому, что все демократические силы наконец-то поняли необходимость объединения для вот, разрушения существующей империи. Значит, вот если посмотреть на развитие нашего движения, народного движения Узбекистана Берлик, он появился вот здесь 2 года уже, но официальные власти нам не дают легально существовать. Мы фактически работаем в полулегальных условиях. На местах наши сотрудники, наши члены находятся под постоянным преследованием. Их судят, их увольняют с работы, штрафуют на большие суммы денег. И нас не регистрируют, нас не признают в качестве вот такой существующей реальной оппозиции. То есть все это говорит о том, что партийная власть здесь не собирается
уступать своей позиции. И вот, вот здесь некие противоречия, наше желание отделиться от центра и стать самостоятельным государством. Это желание любого народа, и нашего народа также. Но существующее положение такое, что будь Узбекистан самостоятельным сегодня, здесь установится партийная диктатура, и будет у нас диктатура типа Чаушеского или Ким Ир Сена на долгие годы может сохраниться в Узбекистане. И поэтому вот сейчас мы рассчитываем на наши связи с западной частью СССР, рассчитываем на наши связи, помощь демократических сил, только с помощью которых мы могли бы бороться за демократическое обновление Узбекистана. Ничего не меняется, и вот один из примеров того, что здесь произошло, и вот в этой связи нам начнем так.